Я его вижу темным кристалликом. Если Пенс темный кристаллик, голосовать-то он как будет? Да я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я просто о том, что темноты больше становится. Ты его был почистил, и он стал полусветлым был, помнишь? Теперь обратно такой черный гранитный какой-то. О, пошло видео. Изнутри. На том канале, что ты, что мы смотрели, да? Сейчас. Right сейчас скину. По Пенсу я вижу, он собирается резать Трампа половину по пояс. Да. Это оно у него намерение. Значит, теням Трампа. Пенса. Что, кто мне линзу поставил? В меня влезли, кто влез? Так, уже. Я всё равно не понимаю их. Ушло, ушло. Показывали, да, с огнетушителя вот эту всю фигню. Что-то президент Elect хочет адресовать. Воинов туда. И все, кто пытается голосовать против Трампа, стрелять. Вот. Срочное выступление Байдена. Катюши на это место, где Байден выступает. Мона. Хорошо, атака, значит, атака. Война так война. After 4 o'clock in the east, and what we've witnessed in the past several hours is here he comes. Thousands storm the U.S. Capitol. Here now, the president-elect, Joe Biden. I'm sorry. Not just an inconvenience, but I'm sorry for the reason. Он же разваливается. I've delayed coming out to speak to you. I initially was going to talk about the economy. But all of you have been watching what I've been watching. Там какое-то время идет в обратном порядке, как, знаешь, обратный отсчет. 5, 4, 3, до чего-то. Почему? Что-то держит искусственно, и скоро что-то вот тюрюк на кнопку, и что-то начнется. Да? Гражданская война в США. Itself. An assault on the people's representatives. And the Capitol Hill police sworn to protect them. Полный хаос, полная вакцинация. And the public servants who work at the heart of our republic. An assault on the rule of law like few times we've ever seen it. An assault on most sacred of American undertakings, the doing of the people's business. Let me be very clear. The scenes of chaos как образно, как собаки пытаются сражаться со львами. А львы сильнее, но собак do больше. Do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different context, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. Therefore, I call on President Trump. Go on national television now. Трампа сейчас, мол, to fulfill his oath
and defend the Constitution. Защитим его конституцию. And demand an end to this siege. Я вижу Трампа с улыбкой, он контролирует ситуацию. Потому что как они хаос устраивают, это было нормально. А как оружием на пользу Трампу не будет легитимизации Байдена. Получается, не будет и присяги. Хорошо. Like so many other Americans. Почему им можно, а нам нельзя? I'm genuinely shocked and saddened that our nation. Общее наступление. Кто сказал, что нельзя? Можно. Ну, вот сейчас получается можно. It's come to such a dark moment. Through war and strife, America's endured much. And we will endure here, and we will prevail again, and we'll prevail now. The work of the moment. And the work of the next four years must be restoration. Следующая орбитальная бомбардировка Земли по выжившим целям. Где-то, если еще есть квантовые компьютеры, уничтожить. И сразу уничтожить всех дятлов. Просто для профилактики. Никого не отзывая, просто уничтожая оставшиеся цели. На ее усмотрение. Пенсу теням. Да, я проверила просто. Как ты видишь Пенса? Как ты видишь Пенса? Ты понимаешь, я его вижу почему-то шарниры. И это уже, наверное, неделю, может даже больше, может на даже две недели. У него где локтевые суставы, где плечевые. Вот не как сочленение человеческого, а вот как эфирное тело. И вот так, такие большие, как узлы, шарниры. Его, смотри, там на квантовом уровне его накачивают. Да, на квантовом уровне, если его делают как, ну, это, я бы сказала, робота какого-то делают, да, но только на квантовом уровне. Смотри, кристаллик души какой он. Сложная система. Он необычный, у него кристаллик души, он тоже усиленный. Достаточно большим количеством каких-то мелких душ вокруг. Из него как кристалл делают, знаешь, вот как фрактал из него делают. Удивительное дело. То есть они пытаются его силой нашей Вселенной таким образом накачать, потому что, ну вот, я взаимодействие. Его душу нет, то есть его кристалл я сломал,
Он кристалл, по сути. Вот эти вот мелкие, которые я говорю, много-много мелких, вот таким образом выстроены, как ты смотри сам, вот они как вот, ну вот как. Освобождать все мелкие. Финькам скажи, пусть выковыривают, освобождают. Пантеркам тоже. Знаешь, вот как вот кристаллик, который, ну, вот мы используем, да, центр пустой, вот, или туда, или туда. Вот у него как в центре просто портал какой-то, и так вот вокруг, вокруг, вокруг. По принципу, Я нашей Вселенной, но это... засовываю. Нет, там не совсем, там наоборот именно пустота. Да, там пустота, У нас-то заполненность. Я только хотела сказать, что по принципам нашей Вселенной форму, но работает абсолютно не так, а наоборот. У нас это вот, а там вот как черная дыра, так джудюх и ничего Смотри, я там. засунул руку в черную дыру, что происходит тут в эту. А поглубже засунь его, как втягивать туда начинает. Угу. Там что-то твердое. Мы через много его эгрегоров усилили, скажем так. Что-то вытянул, не знаю что. Все эгрегоры вот эти вот. ЛГБТ, нацменьшинство. Всех на его усиление. Ага, вот они кого усилили-то. Ну, они усиливали, получается, не его, а вице-президента, то есть США, по сути, структуру власти. Вся эта сила в США перенаправляем. Проще всего перенаправить в самую ближайшую цель. Сбить с курса. А его, ну вот именно его я ломаю. Кристальчик, смотри. Фух. Теперь пусть так... тени и синий разбирает всю магию. Там только оболочка была, а вот ты так нажал чпок, и его сразу нет. Он как, да. Как пустой внутри, какой-то странно. И его души не было. А вот то, что он кристалл, был вычиститель роевский. Его этого тоже уже нет. Синим его разобрать, всю его магию. Теням разобрать всю его магию. и души освобождать. Пантеркам его съесть и... Все души, которые к нему подсоединили, освободить. Да. Пантерки работают. Пантерки внутрь Капитолия. Свободная охота всех не наших. Верхних, нижних. Верхних. Дима, я тебя не слышу. Я сейчас вернусь. Хорошо. Да, пантерки там, пантерки работают. Нижний тоже свободная охота по тем, кто сейчас колдует против нас и против Трампа. Есть некоторая группа, которая сейчас, знаешь, даже я не могу сказать, что именно против нас сосредоточены. Они как какой-то маркер. Если человек за Трампа, как какой-то цветной такой, знаешь, бах-бах-бах, ну это по Америке, вижу, работает. Так, хорошо. Что дальше с этим людьми происходит? Которые за Трампа? Для, по их плану. По их плану это должно быть угнетение центральной нервной системы, как сон, как плохое настроение, самочувствие, депрессия, хочется уйти, спрятаться, мешает толпа людей, страшно находиться в толпе, а социальные настроения, ну вот, вот такого как плана. Как они это делают? Компы есть? Я бы не сказала, что это совсем уж компы, это какие-то, ну вот как ты говоришь, дятлы, они есть, они толпу держат, там как по периметру. Почему их никто не обнаружил до сих пор, этого не знаю. Если не их спросила, сказали, что не знают. Там какая-то что-то, что сбивает
Что-то, что их сбивает, короче. Пусть найдут диагносты туда. Что их сбивает, пусть помогают диагносту. Да, показывает какие-то коробочки, которые сверху как прицеплены, прикручены на здание. Ну, вот мы видели такое недавно. Да. Монофункциональные компы. Ретрансляторы. Да. Не сломать. Как-то странно. Я их вижу почему-то у вот здесь вот на людях. Что? Маленькие, поменьше. Раньше, если мы видели их таких на зданиях, они где-то там на столбах могли висеть, то сейчас такого плана они вот здесь, как на в карманчике, на кармашке, где-то вот на человеке. Что на людях. Смотрю? Это на тех, кто за Трампа или тех, кто против? Я сейчас посмотрю. Потому что вижу, что просто на людях, на каких-то. Их там небольшое количество, ну где-то, наверное, пару сотен всего с такими. Кто держит толпу, да. Лидеры. Да. Да, руководители групп. Пару сотен, они немного. Они должны продавливать, да, психически. Угу. Ну, по-моему, это наш. Но я бы не сказала, они толпу заводят на то, чтобы они просто расходились прочь, 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 А-а-а. Чтобы... Вот это сломать эти штуки. Ну, это силовики, вот я почему подумал, что наши. Ага. Ну да, они не наши. Они подключены к каким-то установкам, которые транслируют. Это типа антенны, они просто... Передают, то они входят в толпу, Да. находятся как провокаторы среди толпы, и просто им, ну, им На них, транслируется, а они они передают. вокруг, да. 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 Маячки ходячие. Но я хочу рассмотреть, что это за коробочки. И я вижу, ну, не знаю, какое-то как приложение, что ли. Что такое приложение, к чему приложение? В телефоне. Возможно. Телефон может быть не только приемником, но и передатчиком. Вероятно, потому что когда я попыталась увидеть, что коробочка, что там, как работает, не идет просто слово приложение. Вероятно, им просто какие-то телефоны раздали этим, чтобы для связи, типа, а сами. Типа особый Через... телефон, да? Ну, да. Телефон — это много чего. Отзывает туда Финьков, все, для них работа закончилась. Там пантерки. Так вот, те, кто сейчас против Трампа работает, то группа вот тем нижним пантеркам и теням. Сколько теней сейчас во всех вселенных всего, пусть скажут. Тринадцать миллиардов.
Чего ж они не справляются-то? Справляются. Да, много. Я думал, что-то 6-7 миллиардов. Ну ладно. Ты поставил границу верхней, и они до верхней границы поднялись. Я не знаю, это они говорят. Я не помню, какая где граница. Ну, по времени это 3 года. Хорошо. Пусть будет столько. На весь Тор этого достаточно. Должно быть. Как там генерал? Что расскажет новенького? Руки потирает довольный. Да, у него сейчас работы будет полно. Да, у него полно работы, и работа та, на которую он как заточен, знаешь, для него работа. Угу. Стратегия и все прочее. Скажи ему вперед в наступление всеми силами. И гражданскими специалистами, и военными. Он заметил по позиции сферы. Ожидал подтверждения, говорит. Наступление. Угу. По всему миру. Где можно глубокая зачистка. Физическое уничтожение всех тех, кто... Всех масонов. Нарушение функции центральной нервной системы, мозга, энергетики. Уничтожение квантовых компьютеров и монокомпьютеров таких дятлов. Всех ретрансляторов. Время игр прошло. Теперь или люди выживут, или твари. Фух, поехали.